Всем доброго дня суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Бравлер Демастер. И сегодня, мои дорогие друзья, мы продолжаем наше приключение в адском Бравл Тауне, да? Попали в ад, вот так вот, в Бравл Тауне почти уже не были, наверное, миллиард лет, и скучаю по своим друзьям, родственникам и так далее. В общем-то, сейчас мы вот здесь вот с Динамайком местным адским и Джином выяснили, что же нужно для того, чтобы сделать портал, ну, как выяснили. У нас пока в списке есть 40 черепов. Скелета, 64 адских гриба, чистое золото, 15 килограмм, еще душа, да? Душа, да, душа. И где же нам ее достать, Динамайка? А, ну, это ты подумай, посиди, и последний ингредиент еще. Не, у меня не надо. То есть, погоди, если мы челику вот этого душу заберем у Бравлера, правильно? Он же уже не возродится, так ведь? Ему хана, да? Блин, ну это жестко. Ну, нужно какого-то, да, плохого Бравлера найти, наверное, да? Какого-нибудь вообще дерьмового. Ладно, Динамайка, ты пока подумай. Знаешь что? Нет, Джин хороший мужик. Джин, ты что на Джина нападаешь? Ты что? Динамайк, Динусь, ты ж Динусь. Пока попробую перевести последний ингредиент. Хорошо, последний ингредиент переведи. Вот, сложно, переводи. Мы пока пойдем отнесем адские грибы этой королеве Ада. Пойдем, вот, да, королеве Ада. Ада, вот это вот, короче, ты понял, это вашей королеве. Ох, все, давай. Мы, конечно, подали бы их на рецепт, но, во-первых, ты их сожрешь, скорее всего, а во-вторых, лучше в конце этим разобраться. Сейчас лучше королеву придобрить, приперчить. Давай, все, пойдем, Джин, веди меня к королеве. Все, Динамайка, давай, иди отсюда. Так, пойдем, Джин, пойдем. Ты знаешь, где королева этого снутусит? Я уже забыл, где там ее тронный зал. Вот, забыл, да, постоянно забываем. Ох, ну мы, конечно, нормально так сходили в лесок, да, пособирали, но этого недостаточно. Нужно будет туда еще раз вернуться, чувак. Да, я знаю, наверное, тебе неприятно это слышать, но нужно будет еще туда вернуться. Что такое происходит? Опа. Тачдаун Бул. Ой, за что ты его так? Стой, за что ты так бьешь? Тачдаун Була. Что такое? Тачдаун Бул. Что с тобой случилось? Почему тебя куда-то ведут? Привет, Бул. Что такое? Да я вот пришел за своими 5 грибочками в год. Так, молчать, а ну быстро в темницу. Да погоди. Да ладно тебе, Брок, расскажи быстренько, младший, ты что ты начинаешь-то? Давай мы как-нибудь договоримся, вот, Брок, смотри. Опа, грибочек. Ну там, минутку, пока постоишь, на грибочек понюхаешь. Да, ты давай, да, рассказывай. Что случилось? Ты пришел за своими 5 грибочками в год, ну давай, что там дальше-то было? Из-за этого она меня посадила в темницу. Просто из-за этого? То есть, ну что она тебе сказала-то вообще? Как она тебя могла посадить? Из-за 5 грибочек ты просто попросил свой этот... Ну, чтобы королева выделила тебе грибов. Все, пропускаем, младший, пропускаем. Все, ладно, тачдаун был, прости, ничем помочь не можем. Если что, время кончилось. Пойдем же. А что, где она живет? Что-то как-то в городе у вас стало подепрессивнее, да. Смотрю, что-то все какие-то грустные, что-то вообще происходит. Опа! Что происходит? Ты совсем страх потеряла? Что просить у меня мои грибочки? Что-то она вообще какая-то бешеная. Ты посмотри, ё-моё. Кажется, ей плохо там совсем. Ну, точно уверен, что нам стоит не подойти? Ты уверен, Джин? Может, лучше пойдем обратно, но нафиг ее грибочки сами сожрем. Хотя, если мы их сожрем сами, то, мне кажется, она потом нас сама сожрет, сам понимаешь. Она всегда такая. Всегда такая. Че, все время правления так себя ведет? Просто когда я пришел сюда 2 недели назад, вроде бы как-то ну полегче было, она еще не так помешалась. Это хорошая правительница. А, хорошая правительница. Так, здравствуйте, королева. Простите, что прерываем ваши эти разговоры. Мы принесли вам грибочки. Грибочки принесли, королева вам привезли, да, ваши любимые. Столько, сколько вы просили, да, грибочки, столько, сколько вы просили, королева. Вот прям вот один к одному там, 64 гриба, королева, как вы бы хотели. Так, почему так? Опять мало, королева, ну вы же просили 64 гриба, мы принесли. Всего лишь, ну вы же сказали, там, принеси его больше, 64 там много, вот 64 принесли. В лесу уже мало грибов, но мне это все на пару дней. Хорошо, королева, смотрите, мы можем сходить в лес и добыть еще грибочка, прям. Мы можем хоть пол леса собрать, да? Но нужно, есть одна проблема, королю. Есть одна реальная проблема, которая нам мешает. Это чертовы скелеты. Вот. И чтобы с ними бороться, нам нужна какая-то броня получше. И еда. Еда кончилась. Еда. Я же работаю за еду, вы же знаете. Нужно еды и брони. Вот, смотрите, 64 гриба, королева. Смотрите, вот. Ваши 64 гриба, смотрите, берите. Не стесняйтесь. Вот они. И все в целости и сохранности. Но нам бы это, нам бы брони какой-нибудь и еды, да. Ну, королева, вам же вот принесли 64 гриба, можете дать мне мои 5 годовых. Они все мои, нифига, блин, же ничего происходит. Капец, мне кажется, сейчас иду Макс нафиг порубит здесь прямо. Ай, 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 ай.
А, жгучий ковер у вас тут, королева, жгучий. Держите, что это такое? Пусть пока в темнице посидит, нифига себе. Что это такое? Боже, чувак, это вообще броня? Мне кажется, я еще больше начал быть похож на скелета, чем до этого. Так, ладно, хорошо, еды дали вроде, да, еды дали. Ну, не знаю, братан, ну, вроде, окей, пусть будет так. Ха, скелет, да, да, скелет. Костями теперь трясусь. Так, ну ладно, королева, мы отправляемся в адский лес. Вот, добывать вам ваши грибочки. Ну, это, давайте увидимся, да, а теперь валить, да-да, все, мы уходим. А этот жгучий ковер, капец, ну, блин, братан, ты взял свой адский топор у тебя при себе, покажи. Че, пойдем делать нашу работу, да? Как всегда, наш добрый путь отправимся. Куда вы собрались? Опа, алый волшебник Барли. Ну, мы собрались в лес с грибами. А можно с вами, королева грибов вообще не дает? Опа, тихо-тихо, мужик, тихо, пойдем. Пойдем прям поговорим. Ты что там? Что ты прям на улице об этом говоришь? Там прям ее стражники вон прошли, еще чуть-чуть, они тебя услышали, тебя в темницу бы кинули. Хочешь пойти помочь нам с грибочками? И взять себе немножко, там штучек 10, например, тебе пойдет. Нормально будет? Ну да, 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 да. Опа. Ну можем тебя взять. Ну, конечно же, придется это работать. О, броня есть у тебя, я смотрю. Ладно, вместо этого нагрудника лучше нормально нагрудник надену. Че, это, ребят, погнали тогда в лес. Да, нам нужно еще будет, слышишь, алый волшебник. Нам еще нужно, знаешь, собирать в лесу. Такие видящие пушки, вот такие вот, да. Если получится, собирай их тоже, понял? Черепушки и грибы. Да, я знаю, мерзкие, достаточно страшные такие черепушки, но... О, кстати, нормально, теперь я лучше выгляжу. У тебя есть такие? Нифига себе, вот, да, такие черепушки мы собираем. Нам нужны для одной игры. Мы хотим сделать игру Кости, называется. Слышал про игру Кости? Нифига, вот, да, хотим сделать. Для этого нужны эти черепушки, вот, да. Ну ладно, погнали в адский лес. Тут, я знаю, короткий путь до башни. Ну, кстати, какой-то экстремальный короткий путь, но давайте попробуем. Хоба, давайте, пацаны, давайте за мной. И в башню. Ну ты что, Джин? Решил искупаться немного, все, пойдем. Так, ладно, все, чуваки, только будьте осторожны. Так, давайте распределим обязанности. Джин, ты, значит, в основном рубишь деревья адские. Нужно вам больше нарубить адского дерева, нам он тоже пригодится. Так, значит, алый волшебник, собираешь черепушки и убиваешь скелетов. Я собираю грибы и черепушки, все, и тоже убиваю скелетов. Все, Джин там иногда нам помогает с скелетами, но не то, что прям часто, понял? Типа, в основном деревья руби. Потому что нужно их дофига срубить. Все, погнали. Эти черепушки не подойдут, Джин, слышишь? Ой, Барди, эти не подойдут. Видишь, они другие. Нам нужны именно вот такие вот черепушки. Ты знаешь? Ну окей, если ты понял, я просто думал, вдруг это типа... Все, пойдем. А, типа, откуда знаешь? Вдруг бы нам такие черепушки тоже подошли бы к костям. К игре, а? Вот странный ты волшебник. Так, хорошо, давайте сюда наверх. Поднимаемся. Хоп, сюда, вот так вот, да. Я же маг, нифига себе, маг. Ну ладно, как скажешь, а, волшебник. Так, давай, поднимаемся, аккуратненько. Земля достаточно горячая, все, тихо. Уже скоро скелеты будут, ты не забыл, да? Врываемся прямо, короче, начинаем прямо сметать все подчистую. Там еще некоторые грибочки на деревьях растут, их тоже нужно собирать. Тогда вот, черепушки начинаем уже сразу же обрабатывать. Деревья собирай. А я грибочки собираю. Давайте, только смотрите, они иногда падают так, что вы их это не забираете. Уже бегут скелеты. Отлично, с одним справляюсь. Так, хорошо, одного вольнул. Отлично. Так, снизу еще продолжение леса, что ли, что-то еще. Ну так, черепушки собираю. Так, мои пацаны вроде там справляются. Нужно черепушек 40 штук. Сказал этот Динуси, сказал 40 штук, поэтому нужно аккуратненько все собирать. Так, ладно, ребята вроде бы там справляются, пока не слышу, чтобы у них были какие-то проблемы. Так, он вроде черепушки собирает, а я пока грибы. Вообще нужно было так, чтобы только грибы я собирал. Так, хорошо, пока что скелетов что-то нет, как-то потише стало. Видимо, все наши эти рейды на лес, скелетов, они как-то это, ну... Нифига себе, бежит. Пацан, давай, вали, ты чего пропускаешь? Ты что пропустил, Джин, что там? Я, конечно, понимаю, но куда, наверное, с тобой проходит-то? Да, адский волшебник, давай, фигач, фух. Зафигачи, черепушки собирай. Черепушки и грибочки, если рядом есть, тоже подсобирай, конечно, ладно, пофиг. Фух, все, скелеты начинают опять разрушиться. Сейчас мы еще штук 20 убьем, и все, они начнут прям толпой уже на нас, наверное, ходить, прям адской. Ну, типа, они постоянно куда-то вылазят. И че их так лес приманивает, а привлекает? Еще один, смотри, бежит ко мне, а? Ну ладно, теперь мы втроем, теперь это полегче стало, но мне хотя бы по двое уже не нападают, а то хорошо. Сразу же видно, алый волшебник реально помогает. Фух, этого мне в прошлые разы реально не хватало. Ой, слышишь ты, скелетрон, ну-ка давай иди сюда. Оп. Вообще нормально его порубил. Мне кажется, я уже придрочился. О, что за звук? Пацаны, аккуратно, это летающее чудище куда пришло. Я с ним справлюсь, я с ним справлюсь. Давай, где оно? Так, давай, ну иди сюда, ты кусок говна. Давай, иди, собирай. Я с ним справлюсь. Я знаю, с такими нужно расправляться. Давай, иди сюда, квадрат. Все, он улетел, видимо, засал. Я не засал, ну давай. Опа, почти. Опа. Все, он улетел, спрятался, видимо, засал. Понял, что я смогу с ним справиться и засал. Фух. Как вы там, ребят? Все нормально у вас? Слышите?
Скелет стоит, нифига! На меня вот двое напали, помогите, помогите, пацаны, быстрее! Помощь, помощь, помощь! Вы человек не убивайте, да ё-моё, быстрее, где вы? Ай-яй-яй-яй, одного убил. А, хорошо. Второго, второго. Фух, чуть не сдох, чуваки, чуть не сдох. Держимся вместе. Тут летающее белое говно куда-то летает. Чуваки, аккуратней. Если помощь нужна, кричите сразу же. Что, грибочки почти не собираем в последнее время. Собираем чисто черепушки. Так, тут еще черепушечка лежит. Давай, давай, давай. Вот здесь все срубай, срубай, все срубай, все срубай. Давай, динамайк. Джин, давай. И это, руби листву деревьев тоже, чтобы собирать с них грибочки. На этих листве грибочки растут на некоторой. Если видишь, что грибочки растут... Офигеть! Тут целая армада, я одного в лаву закинул, он горит. Или не горит, я так и не понял. Бах, все, минус два дал, минус два. Вон, вон, второй, 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 валите его, валите, третьего-то валите. А я двоих взял, один, а вдвоем одного не можешь убить, серьезно? Фух, сраный скрит, уже по трое начали приходить. Так, ребята, у нас остается мало времени, давайте еще 5 минут, собираем сколько можем. Собираем и уносим, и уходим отсюда. Нужно уже грибами заняться. По-моему, все, головы собираем, головы. Сколько у тебя голов, алый волшебник, сколько голов у тебя? Джин, дай еды, пожалуйста, то 14. Все, головы больше не собираем, головы есть. Головы есть, чуваки, давайте все, по грибы. Мне кажется, дерево тоже нормально собрал. Джин, давай, все, грибы идем собирать, грибы. Грибы, все за мной за грибами. Все за мной за грибами. Давайте, чисто сейчас по лесу пробежимся, мы максимум грибов собираем. Скелетов попутевали, давайте, их дофига вообще начало. Скоро их будет еще больше, их все больше и больше. Головы не собираем, чисто грибы. Пылесосим все грибы, чуваки. Пылесосим, пылесосим, пылесосим все грибы. Давайте. Не оставляем здесь грибов вообще для этих тварей. Так, 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 забираем, 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 забираем. Офигеть, скелеты разве не дерутся с этими местными жителями свинозомби? Видимо, они как-то с ними дружат или что, или может нейтрально к ним относятся. Ребят, как вы там? Скелеты у вас, я так понимаю, потому что у меня скелетов нет. Да, вижу, они там сражаются на фоне, ну ладно, пусть сражаются. Думаю, справятся. Так, так, офигеть. Так, собирай, собирай, собирай. Не, ну сейчас я грибов точно нормально собрал. Сейчас точно грибов будет вообще четко. Так, ну и королеве, соответственно, статчик еще дадим один стак. Скажем, ну, королевы, в лесу не осталось грибов. Да, вот, отлично. Хочешь, типа, сама сходи, проверь, там, типа, вообще меню. Да, вали, 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 вали. Да, завалили, хорошо, грибы собирай, грибы. Так, через минуту отсюда валим, чуваки, через минуту с собой отсюда валим, ребят, через минуту давайте. Уже прямо вообще нереально. Там, смотри, еще один пришел, еще скелет. Прям все, забираем эти грибы и валим отсюда. Давай, 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 давай. Вот снизу еще есть. Все, давай, сюда, сюда. Джин, алый барни, сюда ковыть, алый волшебник, давайте сюда. Джин, 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 давай сюда. 65, давай, скидывай, скидывай сюда все эти грибочки. Кидай тоже джин, что есть. Головы, грибочки, давай. Ага. А грибочков нет у тебя, что ли, Джин? Ты что, не собирал? Или ты уже дал? Все, уходим, уходим. Скелеты идут, скелеты. Прям очень много скелетов. Я видел, ну, штук 20 на горизонте. Уходим, уходим, уходим. Ребят. За мной, быстрее, за мной. Джин, давай, прыгай сюда. Вниз, вниз, вниз. Давайте сюда за мной. Все, нужно валить. Нужно валить, боже мой, нужно реально валить отсюда, чуваки, это вообще жесть. Фух, ну мы с вами и насобирали. Но вы должны понимать, что большую часть нужно дать королеве. Знаешь, что, Вала Волшебник Барди, даже дам тебе больше, чем десятку. Дам тебе, наверное, сейчас, это, вот, 14 грибов, смотри. Так, так, все, иди давай, мы тебя догоним, все, спасибо. Так, тебе, соответственно, Джин, дам побольше грибов, но мы с тобой давно уже знакомы. На, 30 грибов, держи. Хорошо. Ух, спасибо. Пойдем. У нас теперь есть некоторые ингредиенты. Мы как минимум 2 ингредиента сделали. Стак грибов есть. Королеве тоже еще стачок дадим грибов. Фух, королеве стак, динамайку стак. И динамайку еще дадим 40 черепушек, понял? Вот, но сначала, наверное, динамайку забежим. Или не, или к королеве, как думаешь, сначала к королеве или к динамайку пойдем? Че решать будем? Ну, ближе, наверное, к королеве, ну, ты как сам хочешь. Отлично, к Динусе пойдем, хорошо. А что мы ему грибу сразу давать будем, вдруг он их сожрет? Опять же придется в лес идти, я уже не хочу туда возвращаться, мне кажется, мы там уже много были. Не думаю, думаю, что все-таки оставит, ну просто, ну может дадим ему туда 74, чтобы у него 10 было своих, пойдем. Ну да, 64 типа на ритуал и 10 на ему просто. Понятно, динамайку, погнали. Так, бежим, 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 бежим. Ох ты, ё-моё! Ух, ты что пугаешь, ворон, быстрее королеву, он вас ждет срочно. Ё-моё, ну ладно, хорошо, пойдем к королеве, проведите нас. Черт, не успели до динамайка дойти, чувак. Спрячь блок. Ты чего в рот ты несешь? Так, быстрее. Да-да, мы идем, мы идем, мы идем. Мы идем к королеве. Да, великий адский ворон, не бей нас. Мы служим королеве на благо королевства, да, и грибочки ей несем. Грибочки принесем. Королева, о, великая королева. Да-да-да, это мы, да, вот, где мои грибочки. Сейчас, 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 мы только пришли с леса, королева, только пришли с леса. У нас есть хорошая новость и плохая. Королева, начнем с хорошей новости. Мы достали для вас еще грибочков. К сожалению, снова 64. Это плохая новость. И самая главная плохая новость. В лесу мало грибов осталось, реально. Мы вот насобирали как могли, но в лесу очень мало грибов осталось, королева. Если мы продолжим их собирать, то новые, ну, могут не отрасти. Да, очень мало.
И вообще дед сможет умереть от адских грибов. Это не мои проблемы. И мы можем лишиться запасов, да, мы можем вообще лишиться любых этих поставок грибов от адского леса. Вы хотите, чтобы мы продолжили собирать грибы, королева? Хотите или нет, но мы можем продолжить. Вы должны принести мне еще больше грибов. Ну мы вам за сегодня 200 грибов отдали, а? Джин, скажи честно. Ну ладно, хорошо, мы принесем еще больше, только не бейте нас. И не садите. Мы сходим еще раз, но не сейчас. Ну, мы устали, мы хотим отдохнуть немного, королева. Что там у них такого? Че, Джин, отдохнем, да? В лес все-таки придется идти, видишь, королева сказала, придется сходить. Ух, этим скелетам, кажется, не нравится. Видел, сколько их много сейчас было? Они там по 20 штук выбежали. Мне кажется, если мы придем, эти 20 скелетов будут нас там сегодня ждать. Лучше уже до завтра подождать. Стрим какой-то разговор напряженный, постоянно ворона, мне кажется, он каким-то бледным, тебе не кажется? Я давно вам служу, можно получить мое жалование. Смотри, про жалование что-то говорит. О-о-о. Когда отойдем, Джин, давай лучше отойдем. Капец, смотрите, с ней. Я напрямую у него пена изо рта пошла. Ты видишь, пена изо рта пошла. Ё-моё. А прям вообще бесится, чувак, что делать-то? Ёшкин макарёшкин. Это вообще капец. Смотри, она заставляет одного стражника вести другого стражника в темницу. Охренеть, да она вообще, типа, блин, с какухи у нее поехала что-то, походу. Ох ты, ё-моё. Ладно, королева, мы тогда отдохнем и завтра приступим к сбору грибов для вас, хорошо? Все, королева, и вынужден откланяться, до свидания, всего доброго. Фу, срочно к динамайку, чувак, срочно к динамайку. Ладно, мы королеву вроде бы задобрили. Завтра сделаем вид, что сходили в лес и возьмем туда парочку грибов, если нужно будет. Ну а пока что к динамайку. Нужно что-то решать, нужно уже что-то решать, это уже прям уже ни в какие ворота не лезет, чувак. Слышь, ты не пали, что у тебя есть грибы, дебил! И этот гриб тоже убери! Она же сейчас... Если ее охранники увидят, то тебе жопа, чувак. Там только что... Она только что одного своего охранника заставила увести другого своего охранника Леона. Заставила отвезти в темницу ворона, ты понимаешь? Ворон ее охранник. Да, иди лучше грибы спрячь свои. И аккуратно их ешь закрытую. Так, пойдем. Туру-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте, здравствуйте, Леон, здравствуйте. Фух, так, давай, поднимаемся наверх. Туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Динамайк, Динуся. Короче, слушай сюда, брат. Слушай сюда, чувак. Мы... Это вообще жесть. Королева, походу, вообще безумила. Капец, ты бы знал, что она творит. Она, наверное, уже половину бравл вашего адского тауна посадила в темницу. Я вижу, что на улице мало стало бравлеров ваших, этих адских, да? Ну, такого Джина спрашиваю, что где все, и Джин такого мне говорит, да, наверное, по домам сидят, карантин же, все-таки все дела, да. Но их реально нет, и мы заходим к королеве, сначала от королевского зала идет тачдаун булл. Слушай, тачдаун булл, смотри, идет, да. Мы спрашиваем, куда тебя ведет охрана, он говорит, типа, в темницу, за то, что грибов попросил. Потом заходим, Макса уводят в темницу, и сейчас ворона увели в темницу, ты понимаешь? Троих за сегодня, только троих за сегодня, ты понимаешь, это вообще же просто жесть, ни в какие ворота. Короче, не знаю. Ну, кстати, смотри, Динусь, мы тебе принесли, вот, смотри, 40 голов нормальных, вот, бери. Вот тебе еще 64 грибочка и даже 10 сверху, дадим 74. Десятку можешь есть сам, только аккуратно, не показывай, спрячьте 64 гриба. Это нам для портала, не забывай, для портала. Десяточку можешь съесть. Ну, чуваки, нам нужно думать, что делать с королевой. У нас уже, в принципе, все есть, осталось только золото достать, душу бравлера и еще какой-то один секретный ингредиент. Что мы решаем? Что мы решаем, чуваки? Я придумал, что такое динамайк? Что ты придумал? Что? Что такое? Ты гений? Что? Ну предлагай. Предлагай, чувак, предлагай. Просто давай, просто скажи, что ты придумал. Давай, говори. Я съем грибы. Да нет! Нельзя. Ну давай, у тебя есть какая-то идея? Давай, говори, уже нормально, чувак. Короче, что? Что ты придумал, чувак, быстрее? А что если мы, что такое? Такие все крутые, что? Так. Пустим на душу. Королеву, что?